знаешь, чего я не понимаю? Зачем выращивать мандарины с косточками, если есть мандарины без косточек? Зачем их вообще оставлять? Ведь так не поступает, когда второй ребенок рождается здоровым. В предыдущей серии, значит, я показал такой паяльник. Да, как его сделать, это не вопрос. Теперь давайте в этом видео из этого паяльника сделаем не мини-паяльник, а макси-паяльник. На самом деле делается все легко и просто. Давайте покажу, ну а в конце видео вы оцените. Ну давайте поехали. Так, берем, значит, вот это дело и разбираем. Прежде чем что-то собрать, надо всегда все разобрать. Это первое правило. Отправим проводок. Какой еще тут отпаять проводок? А, ну давайте клемму отпаяем. Или не надо? Надо. Все, вот это самое главное. Уже полдела сделали. Теперь берем такой же корпусок. А, ну давайте заранее просверлим. А то потом куда пихать проводки. А? Ну давайте просверлим. Сейчас берем, значит, МТ-3608, повышающий преобразователь. И, значит, сделаем его до 5,2 вольт. Для этого подключаем к нашему лабораторному самодельному блоку. Сейчас на нем стоит 4,12. Так, полюсовку смотрим, где вот тут у нас вход. Вот, 5,2. Это будет достаточно. Так, убираем.
пока идет все по плану. Теперь нам надо поставить платку, вернее уже сам нагревательный элемент. Так, здесь надо убрать вот это лишнее. Так, и небольшой кусочек провода еще надо. Итак, вставляем батарейку, значит. Так, батареечку вставили. Теперь собираем все это дело в корпус. Вставляем батарейку, ну, наполовину заряженная. Но с модулем это как бы не критично. И закручиваем. Так, закрутили. Все, паяльник у нас готов. Давайте проверим. Давайте проверим, значит, температуру замерим. Итак, видим 350, это еще не окончательно. Ну и теперь... Разогревается жало быстро, в принципе, уже дымок пошел, и давайте два луженых провода припаяем между собой. Видим, качество пайки очень хорошее, вполне достойное. Вот. Значит, возможности у него уже расширились, ну и, соответственно, конечно, и размер увеличился. Вот. Зарядное устройство какое-то сюда не надо делать, потому что все элементарно выкручивается, батарейка ставится на зарядку и меняется. Вот видите. И все, и назад. Буквально секундное дело. Заменить батарейку. Нет проблем. Нажали кнопочку, все, паяльник заработал. Вот такой. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите, смотрите еще другие видео, которые не видели. Всем пока, это был Майер.